Рубрика «Чего дома сидеть?». Сегодня, друзья, у нас конная прогулка. Вот передо мной пасется мой верный, строптивый, своенравный конь цыган, по кличке Цыган. Вот эти на каком красавце я поеду. Кушай, кушай, браток. Тебе долго меня вести. Все это происходит на берегу моря. Сегодня поедем, покатаемся. Да спаникший шел головой, конь вороной по ним подустал, да спаникший шел головой, а пыль из-под копыт, ковыль седая гнется, а казачья песня к дому прилетит, к матушке в родное оконце. Казачья песня к дому прилетит, к матушке в родное оконце. Пули засвистели вдали, ох уж эта стерва война. И попала вдруг Есаулу в грудь маленькая пуля одна. И попала вдруг Есаулу в грудь маленькая пуля. Понял он за шею коня, давно лишь смог прошептать: ты скачи домой, конь вороной, матушку хочу повидать. Ты скачи домой, конь вороной, матушку хочу повидать. А ты из-под копыт, а казачья песня к дому прилетит, к матушке в родное оконце. А казачья песня к дому прилетит, к матушке в родное оконце. Снился на дыбы вороной, крылышки к ногам приросли. Потерпи, браток, вон уж у дорог. Едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.